Так, мои хорошие, привет! Вроде бы я добилась идеальной картинки, насколько это возможно, идеального освещения тоже, насколько это возможно, в моей квартире. Я приготовила себе шампанское, приготовила себе цветы, бокал, плитку шоколада. Так, осталось только отключить телевизор. У меня включен новостные программы «Россия-24». Это как всегда, как всегда. Так, я вот сейчас думаю, может быть, мне собрать волосы? Можно, скорее всего, подождите. Мы сейчас соберем волосы, чтобы вот эти вот лохмы не падали на лицо. Сейчас мы закрутим. Откроем шампанское. И у нас сегодня женский день. Мы будем открывать василек. Да. У меня вот еще такая вот заколочка есть. У меня уже язык заплетается, будто бы я пьяная. Я еще не успела пивнуть. А так хотелось. Так хотелось. Так, секунду. У меня здесь уже все подготовлено. Ну, как подготовлено? Бутылку шампанского так я поставила. А ножик, чтобы открыть и василек я не принесла. Открывальщица, блядь, василька. Просто открывальщица. А подожди. Что значит открывальщица василька? Я открывальщица шампанского. Сейчас себе налью вот в бокальчик. Но знаете, оно как-то будет, ну, поспокойнее как-то на душе. Пусть пока газики выйдут. Слушайте, я тут открывала шампанское у Иришки в гостях. И у меня вот так вот пробка в потолок. Пробка в потолок. Я просто вот открыла вот эту вот штуку железную. И пробка сама выскочила. Просто выстрелила. Ну-ка, посмотрим. Блядь. Руки еще кремом намазала, как назло. А ну. О, видите? Сейчас как выстрелит. Ура, Новый год! Ура! Слушайте, мы с вами за Новый год не поднимали шампанское, да хоть сейчас. Василек для нас всегда праздник, поэтому мы его с шампанским. У меня вот такие вот бокалы. Смотрите, какие красивые. Какая потрясающая форма. И ножка, посмотрите, вся в стразиках. Это мне моя подписчица дарила. У меня видео была распаковка, я даже оставляла на ее аккаунт ссылку. Мне кажется, это был Инстаграм. Может быть, ВКонтакте у нее есть. Они у меня эти бокальчики давно. Кстати, я один бокал разбила, который мне Олеся подарила. Пью я Лев Голицын, коронационная, брют розовая. Я это шампанское еще купила летом, когда приезжала. В мае или июне у меня было две бутылки. Вот одну я выпила 30 числа. Одну вот сегодня. Сегодня 15. Но между этих дней я тоже пила. 4 раза. Так, все, мои дорогие, с наступившим Новым годом и с открытием василька. Ой, шампанское. Вчера, короче, с корешком разговаривала не по телефону, на голосовых. А он пришел с работы и открыл шампанское. И он так... Он говорит, я там выпил уже один бокальчик, налил себе второй. А я такая, блин, я так вот лежу и чувствую. У меня прям запах, вкус шампанского. Он мне рассказывает, а мне прям... А я уже спать легла. У меня прям вкус шампанского во рту. Да, вот такой вот вкус и был. Вот такой вот точь-в-точь. Видно пузырьки, как поднимаются? Так вот ровненько. Боже... Кстати, сейчас в Магните акция на шампусик. На хороший. Вот это вот Лев Голицын. Я просто обожаю шампанское. Так, все. А, девочки, еще спасибо большое за комплимент моей помаде. Вот она у меня. Вот она. Это, знаете что, я скажу, это недорогая фирма. Называется Нинель. И на губах очень хорошо лежит. У меня вот такой фирмы помад несколько. Стоят сущие копейки. Вот такой вот красивый цвет. Если что, то вот этот цвет 357. Спасибо за комплименты. А чё спасибо за комплименты?
Ой, блядь, шампанское. Руки, блядь, кремом намазаны. Сейчас весь бокал заляпаю. Здесь у меня все сохнет. Это Ирка мне подарила шоколадочку люкс. Кондитерская фабрика Бабаевский. Ну ладно. Так, все. Дело к Васильку. Ой. Вот. 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 Прикиньте, как охуенно. Вот. Я себе заказала вообще все, что хотела. Слушайте, на Васильке прям сбываются мечты. Вот реально. Сбываются мечты. Я себе заказала. Ну вот, накладная. Всегда вкладываю. Вот. Смотрите, сколько позиций. Я вообще вот в Турции живу, я ничего в Турции не покупаю. Вообще. Я просто знаю, что это все говно. Просто все говно. Вот. А ну, глядите, сколько у меня позиций. Сейчас. О! Так, все. Все сгребла. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Это что у меня? Костюм. Костюм. А что, мне кажется, нужно примерять? Какие брючки. Какой малиновый цвет. Снизу на резиночке. Вот такая вот кофта с капюшоном, с рукавом. Вот такие вот карманы. Блядь, какой охуительный. ИП Пирогов. Я сейчас буду все мерить. Так, вот такой костюм. Затем. Ну, блядь, шампанское надо выпить. Слушайте, мне прям нравится этот онлайн-шоппинг. Слушайте, я вам ссылку на сайт оставлю, но вы все знаете. Ивановский трикотаж, любимый Василек, вы все знаете. Шампанское как хорошо идет. Вот такое вот платье. Сарафан. Ну, где я живу-то? В Турции ведь мне надо теплое все. О, мне надо все для теплой погоды. Такое вот платье. Так, это, знаете, это футболка. Футболка женская, Фиби, цвет белый. Да. Белый цвет, как всегда, актуален. Еще вот такая вот надпись. Две длины у футболки. Этот костюм, в котором я сижу, тоже Василек. Вот это такая обыкновенная вот такая вот футболка. Ну, обыкновенная белая футболка. Что надо еще? Вот такая, с ласиками можно, видите, попу будет закрывать. У меня такого плана есть желтая футболка, я крайне довольна. Это футболка женская Ника, графит, артикул 2094-629. Вот, обыкновенная футболка цвета графит. Летом их нужно много. О, какой материал классный, какой охуительный материал. Боже ж ты мой. Какой охуительный материал. Я обожаю Василек. Вот что-что. Пользуюсь давным-давно. Рекомендую всем друзьям. Что-то дарю своим друзьям. Знаете, у меня вот... шампанского надо выпить. У меня большинство вещей-то в гардеробе. Даже платья, в которых я хожу. Это все наши отечественные производители. Исключительно. Да я вообще за то, чтобы поддерживали только своих. Нам не нужны эти бренды никакие, ни турецкие, ничего. Вот сколько я раз ходила вот в Турции в магазин, у меня всегда было крайнее разочарование. Вы мне там в комментариях пишите, турецкий трикотаж. Какой турецкий трикотаж? Вы забыли, у вас осталось, знаете, мне кажется, на генетическом уровне, когда... Кто-то из ваших мам или из мам-подруг в 90-е годы, когда у нас ничего не было, ездили в Турцию челноками и в больших клетчатых сумках, привозили товар, у нас продавали. Давным-давно уже в России эти времена прошли. У нас все налажено, у нас
отличное швейное производство, отличные модели. Ну вот, к примеру, платье вот это вот василькового цвета, в котором я была вчера, на видео это тоже василек. Это вот прям любимый василек. Потому что у меня очень много, у меня очень много. Ой, газики в нос. Продолжаем смотреть. Продолжаем смотреть и себя радовать. О, это платье. Ну, хоть, знаете, так вот вечером хоть в кафе выйти. Не совсем нарядное, но ну, такое вот обыкновенное платье. С кожаной курткой. Я ношу, я знаете, как сказать, с тонкой кожаной курткой. Вот хорошо вот так вот будет. Вот такое платье себе взяла. Там, знаете, на Васильке вот, знаете, относительно вот такого качества очень недорогие цены. Очень недорогие. Вот такое платье себе взяла. Тоже такого футболочного кроя. Вот такая вот длина у меня. Так, вот тут есть разрез или нет? Да, 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 да. Вот в такой, вот здесь вот разрез. В такой модели у меня есть черное платье с белыми надписями. Вспоминайте. Сейчас оно вышло вот в таком вот цвете. Обалденное. С двух сторон разрез. Вот. У меня есть такое уже платье, но модель мне очень нравится. Заказала еще вот в таком цвете. Офигительная модель, офигительная. Так, футболка женская, Мегаполис белый, артикул 2088-639. Слушайте, а давайте я вам напишу, какие модели я себе заказала. Давайте, чтобы вам было искать удобнее на Васильке. Давайте. Василек, подождите, сейчас вам покажу. Смотрите, это прям бренд. Это прям бренд. Вот белая футболка. Широкенькую такую взяла, вот с таким вот рукавчиком. Смотрите. Качество обалденное. В жару, в Турции, знаете, вот ничего не надо. Ничего другого и не надо. Джоггеры женские. Цвет ваниль. Чтобы жопка не мерзла. Вот джоггеры себе взяла. Оказывается, блядь, называются джоггеры. Вот такие вот джоггеры. Вот такие вот джоггеры. Ванильного цвета. Качество просто огонь. Качество потрясающее. Слушайте, я довольна очень. Тут еще вот такие вот кармашки. Вот. Я сейчас все буду мерить. Чего вы ждете-то? Я сейчас все буду мерить. У меня есть бутылка шампанского. А что бы мне вот не померить? Так, вот. Я обожаю вот такого плана вещи. Это бежевое платье. Бежевое платье-маечка. Вообще бежевый цвет, чтобы носить, должна быть женщина. Ну, не то чтобы с идеальной фигурой, нужно быть просто охрененно в себе уверенной. Когда ты подзагоришь, и вот это вот бежевое платье будет на тебе. Боже, так вот пойти на пляж. Ой, да пойти хоть куда. ХБшечка обалденная. Это у нас сейчас морозы, а будет-то тепло же. И лето на Урале сейчас, и климат смещается, и лето на Урале гораздо, гораздо лучше становится. Ой. Мне нужно обновить гардероб. Вот так я уеду примерно через неделю максимум, дней через 10. Нет, наверное, дней через 10, не через неделю. Вот сегодня 15-е. Это что у меня? Платье женское, Прованс, мятно-бирюзовый. Платье женское, Прованс, мятно-бирюзовый. Ой, какой красивый трикотаж. Господи, какой он мягкий. У меня вот такое платье есть, синее. Вспоминайте, синее тоже в белый цветочек. Я его ношу с удовольствием. Уже, знаете, 2 или 3 сезона. Вот. Вот такая вот горловина. Здесь пуговки. Здесь оно клешоненькое. Хоть с кедами, хоть со шлепками. И вот здесь... Такой, ну, типа, не знаю, видно или нет. Ну, на фигуре, думаю, что будет видно. Такие оборочки. То есть оно здесь поширше. Вот такое платье. Ой, блядь. Охуительные вещи. Я так рада. Я просто в восхищении. Любимый Василек опять порадовал. Опять порадовал просто.
такая вот толстовочка, тоненький-тоненький, ну нет, не тоненький-тоненький, такой приятный очень трикотаж. Написано «Я бриллиант», «I am brilliant», да? Бриллиант, так и написано. Ну, короче, там уже у меня сплошь и рядом англичане. Вот, может быть, с джоггерами буду носить, да, мало ли с чем я буду носить. Вот такой вот рукавчик, то есть жирненькие места все будут прикрыты. Если вы напишите, можно жирненькие места, чтобы они были не жирненькими, пойти на спорт. Ой, знаете, а, блядь, в пизду я видала ваш спорт. В Васильке размерный ряд прекрасный. Могут себе и худышки заказать, потрясающие модели, и толстушки. У меня, знаете, было бы, вот так девчонки начинают худеть. У них картинка мира не бьется. То, что они хотят купить себе, какие вот вещи, они не могут в них влезть. У меня вот все, что я хочу купить себе, я влажу в это. Мне вот Василек это не то, чтобы предел мечтаний. Нет, ни в коем случае. Меня все устраивает. Демократичная цена, отличное качество, натуральные материалы. Российский бренд. Вот эти вот все позиции для меня очень важны. Выпьем за Василек. Я, между прочим, еще не наклюкалась. Хотя к этому идет. Ой, что-то мне прям жарко стало. Разжарило меня. Может, балкон открыть? А ну, сколько у нас сегодня градусов? В Каменске-Уральском сейчас поглядим. 15:09. Время. Так, Google. Погода в Каменске-Уральском сегодня. Сегодня в Каменске-Уральском переменная облачность. Минус 4 градуса. Что за бред? Тут говорит минус 4, показывается минус 5, ощущается как минус 11. Ощущается как минус 11. Вот эти вот, блядь, ощущаются? Ой, посмотри, какой красивый цвет. Какой он летний, какой он обалденный. Слушайте, вот все, кто брал вещи в Васильке, ни разу не пожалели. И меня только благодарят. Вот такой вот красивый цвет. Impress me. Что-то, блядь, как переводится? Вот такая вот футболочка. Для лета, для отдыха. У меня есть футболки еще не початые. Я там выбираю в зависимости. У меня есть футболки, которые сейчас. У меня в носке достаточное количество. Я не замашиваю много-много-много вещей. Я ношу все соразмерно. Я не открываю все, блядь, пакеты, все вещи. У меня очень много что впрок. Очень много. Девчонки, слушайте, а это же так классно. Можно пойти кому-то на день рождения и подарить, например, халат. Вот я Иришке на день рождения подарила халат. Тоже Василек, естественно, махровый, классный халат. А сколько у меня халатов? А сколько у меня постельного белья? Там домашние эти... Блядь. У меня шампанское не держится в руках. Домашние всякие скатерти, детские вещи, мужской трикотаж. Простыни, наволочки, одеяло. Вот я пуховое одеяло в Турцию увезла. Пуховое одеяло, обалденно. Подушки на Васильке. Здесь у меня пуховое одеяло. Ну, просто у нас топят невозможно, еще пухового одеяла не хватало. Я таскаюсь на постельном белье тоже, Василек. Ой. Спасибо, Василек. Радуешь Инночку. Мне сейчас придется багаж брать. Ну, потому что вот это же надо все вывозить. Вот такие вот штанги. Здесь тоже на резиночке. А те штаны, которые у меня были, красные... Я их выбросила. Вот, на замену вот такие вот штанки. Так я в них сколько ходила-то? Я в них ходила ту всю осень, зиму и весну. Я в них чуть ли не каждый день ходила. Мне они так нравятся. Вот это вот, знаете, как называется материал? Мне кажется, футер. Так, брюки. Модель... R266, так, 8800, 100, 81, 60, это, знаете, что это, телефон горячей линии Василек, 8800, 100, 81, 60, тут прямо на этикетке написано, хлопок 100%, а ну гляньте, хлопок 100%, вот такие вот наклейки, все есть, а ну как тут в поясе будет? Прекрасно.
С таким, не то чтобы начесиком, нет-нет, такая ниточка идет поплотнее. Посмотрите, какие прекрасные штаны. Вот такие. Потом, это что у меня? Забыла, блядь, что заказывала. Костюм, хлопок 100%. ИП Пирогов. Костюм, считай. А сейчас примерка начнется. Вот, смотрите, это что-то наподобие. Вот такой костюмчик, сейчас, как я в бананах. Здесь точно такой же, но кактусы. Вот смотрите. Видите, вот такие вот милые кактусы. А ну, рассмотрите рисунок. Вот такие вот кактусы. Тоже брючки вот такие. Блядь, как охуительно. Вот такие вот кактусы. И вот такая вот футболочка. Ну, это что-то вот по типу... Вот я вот сейчас в бананах хожу. Вот видите, какой прекрасный. С носу нет. Вот. И вот такой вот кактус. Тоже беж. Видимо, сейчас это в моде. Аппликация обалденная. Это даже не аппликация. Вот знаете, сколько стирок? Сколько стирок? Еще я же как порося, я же, блядь, ем, у меня все валится. Смотрите, была бы грудь плоская, упала бы. Еще ляжки были бы с дырой. Упала бы, тут бы соскользнула и на пол бы упала. А тут у меня жирненькое все. Тут ляжечки жирненькие. Все, блядь, все на мне. Вот, короче, вот такой вот костюм с кактусом. Затем, это что? Леггинсы. Леггинсы. Вот такой вот прекрасный беж. Я вам сейчас скажу, насколько все это заказано. Тут у меня накладная есть. Здесь это просто беж. Ну, с футболками ходить весной, к морю гулять. Вот такие вот леггинсы. Вот длина щих, вот. Ну, обыкновенные леггинсы, их можно даже не мерить. Что тут пишут? Леггинсы женские кросс, светло-серый кулирка ткань, артикул 2093050. Вот такие вот леггинсы. Так, что еще? Ну, что, блядь, все. Вот еще. Это что? Платье Боха, бирюза. Платье Боха, артикул 2089068. Шампанское надо выпить, платье Боха, чтобы посмотреть. О, какое платье. Это длинное, я помню такое платье. О. А ну, открываем. Угу. Так, смотрим. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Вот такое вот верху платье. Вот, смотрите, здесь продольная полоска, здесь поперечная. Видите? Вот такой вот подол. Тут такие, видите, сшиты. Охуительно просто. Блядь, какая вот красотка. И что, еще с карманами? Похоже, дело еще с карманами. А ну. Да, с кармашками. Это очень хорошо. Можно пойти положить ключи от дома, телефон. Ключи от дома, телефон и все нахуй. Два кармашка. Можно руки класть. У меня все равно сумочка при себе всегда. Ключи от дома, телефон. Вот такая вот горловина. Посмотрите, как хорошо все оттачено. Посмотрите. Какая оттачка хорошая. Все исключительно шьют наши мастерицы ивановские. Иваново — город невест. Там же потрясающие люди. В центре нашей родины. Так, еще. Костюм женский тандем. Полынь меланж. Артикул 2094-308. А мы сейчас посмотрим, что там за костюм женский меланж. Я помню, я, блядь, заказывала. Но я так много все смотрела. О, прекрасно. Вот такие вот брюки. Вот такие вот брюки, посмотрите. И здесь тоже с карманами. Какая отстрочка. Смотрим. Мне нужно обязательно условия. Ткани натуральные. Чтобы тельце дышало. Охуительно просто. Я восхищена. Так, и еще плюсом вот такая вот кофточка. Вот такая вот кофточка. Вот здесь вот низ вот такой вот. Плюс капюшончик. Плюс капюшон. Мы посмотрим, как это все выглядит.
И еще плюсом вот такой вот рукавчик. Сшито выше всяких похвал. Вот выше всяких похвал. Посмотрите, как отделано все. А знаете, у меня там есть друг в Турции, а он торгует, у него свой этот магазин есть. И он смотрит на мои вещи и говорит: это Турция? Ты в Турции покупала? Я говорю: нет, в России. Как в России? Алла-Алла. Я говорю, он такой говорит: в Турции покупала. Я говорю: нет, я покупала в России. Я говорю: я в Турции ничего не покупаю. Я вспоминаю эти штаны, блядь, которые в Вайкики покупала. И два или три раза надела, и она мне все, блядь, порвалось. Просто все порвалось. Я вот один раз ходила, погуляла, там у меня друг есть из Польши. Ну, вы его знаете. Вы его видели в моих видео. Вот у меня есть друг из Польши, я вот с ним походила, погуляла, и еще один раз, и все, штаны порвались. Так, все знает. Так, вот это вот все. Все. Сейчас надо начинать мерить. Сейчас я вам скажу, что пробежимся по ценам. Вот это вот все на 11 416 рублей. Вот и все, вот и все. Вот, смотрите, итоговая цена по накладной. 11 416 это. Посмотрите, сколько вещей, чтобы вы вдумались, какие цены. Это цены не для меня, как для блогера, это цены для всех. Это просто охуительное качество по разумным, демократичным ценам. Девочки, вы зайдите на сайт. Я повторю, что я ссылку оставлю. Также я оставлю описание каждой позиции и артикул, чтобы вы могли прям конкретно ее найти. Там есть такая лупа, найти, забить артикул, у тебя выйдет. Все, начинается примерка. Я пошла. Сейчас я плесну еще шампанского. Василек, это для нас всегда праздник. Так. Ла-ла-ла-ла-ла, мои дорогие, за вас. За вас, за вас, за вас. Все, я пошла мерить. Я такая счастливая. Ну, короче, все. Я встаю, отключаюсь, пошла принаряжаться. Вот мне сколько барахла. Ну, как барахла? Нихуя себе барахло. Нихуя себе, блядь, сколько доброго всего. Ну, это просто, это нонсенс. Сколь добра за 11 тысяч, вы вдумайтесь. Ждите меня. И пусть у вас инка всегда ассоциируется с бокалом шампанского или с бокалом вина. Вот пускай. Даже не хочу развеивать ваш миф. Выпьем за это. Так, смотрите. Первый костюм и сразу в яблочко. Вот длина брюк идеально. Просто идеально, девочки. Здесь еще с карманами. Как вам такой костюм? Как? Охуительно. Охуительно просто. И помним, что сумма заказа всего лишь 11 тысяч. Я разложила вещи так вот аккуратно. Ну, они же все лежало. Я комком все складывала. И в пакетиках было все спрессовано. Сейчас будет следующий лот. Капюшон охуительный. Охуительный. Понимаете, блядь, я Бога благодарю, что у нас в России есть Владимир Владимирович и Василек. Да, да, по-другому никак. Слушайте, россияне, нам очень повезло. Так, сейчас следующий лот. Девчули, и следующий лот. Вот такое вот прекрасное платье. Так, длину показываю. Вот такое вот прекрасное летнее платье. Посмотри, как по груди хорошо села. Ничто нигде не морщит. Девочки, выпьем за это. Я буду с удовольствием носить и благодарить любимый Василек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Буду
каждую одежонку выпивать шампанского. Мне кажется, я сопьюсь. Кабы хватило бутылки. Ну, согласитесь, блядь, охуительное платье. Ну, подождите. Может, вы не так рассмотрели? Может, при таком освещении лучше? Я не знаю даже, как освещение сделать. Вот сейчас время без 24. Следующее. Домашний костюм с кактусами. Ждем. Сейчас я выйду в нем. А вот сейчас я думала, почему бы мне, этой красавице, не выпить еще шампанского. Вот же оно стоит. Вот же оно стоит. Оно. Вот такой вот домашний костюм. У меня, считайте, с бананами такой есть. Потом, помните, у меня с авокадо был подобный. Охуительный костюм. Ну, гляньте. Длина брюк. Щик. Щик. Щик, 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 щик. По усам текло и в рот не попало. По усам не текло, в рот попало. Ну, куда? Так, следующий лот. Следующий лот я буду мерить. Вот это вот платье. В бога стиле. А ну. Сейчас надену. Так. А ну гляньте, какое бога платье. Какое платье охуительное. Ой, мне шампанское налито. Парам-парам-парам. Так, посмотрите, под грудку. Плотно. Мои дорогие. С карманами. Не приталенная. Девчонки, можно для беременных. Вот такое платье. Так, следующее у меня идет. Костюм тот, цвет графит. Ждите. Вы не косили еще? Я то с одного бока, то с другого выпрыгиваю. Смотрите, я уже принарядилась в костюм графитового цвета. Такие вот... Короче, надо выпить шампанского. О чем я, блядь, с вами базарю? Костюм вы можете на сайте посмотреть. Как красиво. Там этикетка. Капюшончик. Это, блядь, там все колом стоит, потому что этикетка. Капюшон как хорошо ложится. Выпьем шампанского. Ну, есть за что выпить, согласитесь. Столько вещей. Качество огонь. Просто. Качество. Выше всяких похвал. Просто. Следующая у меня на примерку. Так, футболка. Ну, наверное, футболка и леггинсы. Футболку и леггинсы не буду мерить. Да? Бежевое платье. Да, у меня на примерку бежевое платье. Да я так подумала, что я пока жирненькая для такого платья. Но к лету как раз пообтесаюсь. Сейчас я. Смотрите. Вот такое вот платье. Очень женственное для уверенных в себе женщин. Для очень уверенных. Слушайте, охуительно, просто охуительно. Девчонки, еще есть купальники в бежевом цвете, но это не на Васильке, а вообще, в принципе, в природе. Тоже не каждая рискнет надеть. Но, блядь, как это роскошно. Какой цвет. Знаете, была бы я похудее, это было бы вообще очень дорого, богато. Блядь, худеть я ради этого не собираюсь. Ни в коем случае, нахуй надо. Я буду и есть, и носить то, что я хочу. Если у вас ломаются глаза, хуй на вас. Мне вас нисколько не жаль. Ла-л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 а
футболку бриллиант, не знаю, буду мерить или нет. Сюда вот на диван отложила белую графитовую футболку леггинсы. Давайте посмотрю там по времени видео. Ну, футболки охуительно смотрятся, не знаю, может, подмерю на закусочку. Сейчас у меня на примерку платье вот то мятного цвета. В мелкий цветочек. Ждите. И опять я у вас на глазах переодеваюсь. А ну. Смотрим на платье. Легко охуительно. Какая пройма красивая. Пуговки. Здесь кармашки. Просто охуительно. Охуительное платье. Охуительная я. Ну-ка в другую сторону, а то голова закружится. Где шампанское? Шампанское вот. Блядь, заебись, да? Блядь, заебись. Вы бы еще знали, какая это ткань. Какая это обалденная ткань. Что-то у меня еще одно платье осталось. И футболки с леггинсами. Джоггеры. Футболки, наверное, тоже примерю. А почему нет? Сколько шампанского еще осталось? Все зависит от количества шампанского. Новый год. Так, следующее я примеряю. Что примеряю? Платье, а затем футболки. Одну за другой. Сейчас я вот то примеряю платье. Видите, такое черное, желтыми буквами написано. Ждите. Я прям мигом. Но сначала выпить. Да, если честно, я уже устала, блядь, все мерить. Но мне все идеально, мне все подходит. Я уже заманалась и просто априори знаю, что Василек создан для меня. Смотрите, какие разрезики. Оп, оп, оп. Вот такое вот платье. У меня есть, говорю же вам, блядь, у меня, я знаю эту модель очень хорошо, у меня есть платье в таком стиле. Это черное с белыми буквами. Вспоминайте, я в нем всегда хожу. А это вообще дорого, богато смотрится. И то тоже охуительно. Щик. Так, сейчас, чтобы разбавить картинку, я сейчас вам покажу, как смотрится эта футболка красная. Бриллиант. Ждите. Так, все, готово. Смотрим и завидуем. Вот такая вот Инка с такой жирненькой фигурой может себе позволить все, что она хочет. И жрать, и наряжаться в красивые наряды. Не каждому дано, вернее, никому. Только самым успешным, красивым и в себе уверенным женщинам. А ну, выпьем за это. Та-рам-парам-парам-парам. Там у меня жопа-то закрыта, нет? А, да, закрыта. Ну, даже если немножко и видно, смотрите. У меня от вас секретов нет. Красиво, да? Красивая туника, охуительная просто. Блядь. Так, сейчас меряю вот это вот платье делового кроя. Ну, это так, знаете, пойти с Мертиком на обед. Ну, вот сейчас зимой. Я же приеду, мне нужно его снова покорить. Снова, чтобы он у меня был тут вот. Ну, короче, ждите, сейчас я в платье выйду. Вот знаете что? Вот это вот платье что-то как-то шибко в облипочку село. Слушайте, не знаю прямо. А может быть, не ходить больше ни на какие обеды? Может быть, сесть на диету? Ну, не знаю. Не знаю. В общем-то, платье-то неплохое. Очень хорошо покроено. Ну, можно неделю посидеть на диете, и уйдут лишние оливьешки. Это же... Сегодня же 15 января. Отожрались за праздники. Я вообще с дивана, блядь, не вставала все эти дни. Ну, короче, платье-то охуительное, само-то по себе. Просто я разжирела.
Так, вот карман, вот видите, прям до манды. Платье охуительное. Фасон просто бомба. Я маленечко похудею и буду его носить с удовольствием. По груди ничего не жмет. Мне главное по груди. А по талии мы похудеем. Потому что я серьезно говорю, я все эти дни даже из дома не выходила. У меня не было минимальных даже движений. Я там, знаете, до машины, до такси, до автобуса даже пешком не ходила. Даже ни разу в лес не сходила. Ну, как знаете, модель вы видели. Просто у каждого на фигуре оно будет смотреться по-своему. Так, сейчас я померю. Да, я сейчас померю футболки. А почему нет? Я сейчас померю графитовую футболку и вот ту салатовую. Ждите. Ой, блядь, резиночка, это заколочка света. Просто, девочки, вот если вы уродки, то на вас будет все по-уродски смотреться. А если вы красотка, даже если у вас есть лишние килограммы, но если у вас есть харизма, вы харизмой возьмете, девочки. Так вот. Уродки, вам ничем не помочь, хейтеры мои. Хейтерюги. Я буду носить в этом платье, потому что... Ну, потому что я в нем дивно, как хороша. А ну, гляньте. Чуть-чуть схуднул, чуть-чуть совсем. Главное, для меня главное, по груди не жмет. Похудею, блядь, и все. И буду ходить в этом платье на обеды со своим мужиком. И снова нажру эти килограммы. Естественно, на халяву, девки, ну как вы? Как читаю ваши комментарии, все в моей жизни на халяву. Конечно, на халяву. Были бы вы Инной Судаковой, у вас тоже было бы на халяву. Но вы никто и звать никак. Это я хейтерам говорю. Так, следующая у меня салатовая футболка. Сейчас я мигом выпрыгну, как из-за печки. Так, смотрим, как сидит футболка. Как она сидит? Охуительно она сидит. Охуительно сидит просто. Потрясающий цвет, фасон. Охуительно сидит футболка. За это выпьем. Вот. Свежая модель. Это, короче, я в ласиках. В этих, которые тут же пришли мне. Так, а сейчас графитовая футболка. А ну. Просто чтобы была классное качество. Просто тонкий, потрясающий трикотаж. Просто охуительный. Вот такая вот футболка. Вот такая вот футболка. Парам-парам-парам-парам-парам. Ну, конечно же, эту футболку я буду... Эти ласики, конечно же, я буду носить с футболками подлиннее. Вот примерно как I'm Brilliant. Вот. Но ласики тоже подошли, и вот футболка охуительная. Просто охуительная. Так, сейчас следующее. Белую померю. Блять, у меня же еще джоггеры, у меня же еще красные и белые. Сейчас я вот это померю. Ждите. Блять, я уже вспрела, вы понимаете это все? Волосы, блять, круть-верть, блять, отпадут последние. Попереодевайся-ка. Так, вот такая вот футболка, блять. Тоже все что-то. Ну, не все как по маслу, особенно когда в тебе 100 килограммов. Этим и горжусь, блядь. Вы что думаете, я стесняюсь этого? Да мне хуй на ваше мнение. Мне без разницы, как я выгляжу в ваших глазах, в своих глазах я выгляжу потрясающе.
Шампанское еще есть? Ждите, сейчас я обернусь. Так, эту я померила? Да, померила. Беленькую померила. У меня еще белая, джоггеры и красные. Так, все померила. У меня еще вот, блядь, у меня еще вот штаны. У меня еще три вещи на обзор. Вот такие джоггеры, такие красные, белая футболка. Сейчас все вместе померил. Ждите. Так, а ну гляньте, я уже в штанах. И плюс футболка. Джоггеры. Белая футболка. Ну, короче, в общем-то, охуительно. Ну, блядь, как и все на Васильке. Ну, можно же, смотрите, можно же джоггеры с графитовой футболкой, да, надевать. Можно вот с красной футболкой надевать. I'm Brilliant. Здесь это, они молочного цвета. Это такой уникальный цвет. Под все подойдет. Под все. Что у меня еще есть? Это я померила? У меня еще вот красненькие штаны есть. Ну, запоминайте, что красные смотрятся точно так же, как вот эти вот. Я, блядь, устала. Я заебалась, если честно, уже, блядь, переодеваться. Я вся, блядь, в поту. Я вся в поту. Не забывайте, что я женщина. Женщина и творческая личность. Я заебалась просто переодеваться. И я уверена... Смотрите, как я раскраснелась. Дома-то ведь жарко, я вся в поту. Фу. Я вся в поту. Вот у меня еще красненькие штаны есть. Ну, блядь, что я вам показываю? Вы все это увидите в носке. Что я вам показываю? Вы заебали. Короче, вот эти вот... Красные штаны будут выглядеть точно так же, как вот эти вот штаны. Один размер, просто цвет красный. Такой прям алый, цвет крови. Сейчас я вам еще покажу один прикол. Можно заказать вот эти вот штаны красные. Плюс ткань разная. Плюс вот эту вот. Посмотрите, как цвет совпадает. Идеально будет. Подожди, почему я не померю? Вот посмотрите, как идеально совпадает цвет. Ткани разные, штаны более плотные. И плюс вот эта вот футболка. I'm Brilliant. Подождите, к черту все. Сейчас померю, сейчас я выйду. Но я не могу с вами так поступить. Это, ну, несправедливо. Вы же просто не узнаете даже, как тут все дела обстоят. Василек, я говорю, на 11 тысяч заказала сколько моделей? Блять, 11 тысяч. Сколько добра, сколько домашних костюмов, летних платьев, костюмов на выход, блядь. Сейчас, подождите. Я вот прямо на той же ноге, сейчас я вот это вот в качестве костюма сделаю I'm Brilliant, плюс вот эти вот красные штаны, это будет заключение. Так, вот я уже примерила все. Крабиком волосы собираю, потому что, знаете, последние три волосины потерять, блядь, на этих примерках тоже такое себе удовольствие. Смотрим. Красные штаны плюс вот эта вот туника I'm Brilliant. Охуительно смотрится, как костюм. По цвету совпадение 100%. Длина прекрасна, все прекрасно. И что мы имеем в сухом остатке? Товару заказано на 11 тысяч рублей. Это охуительная сумма. Просто дешевле только даром. Плюс. Мне надо немножко схуднуть, чтобы носить вот платье такого делового кроя. А бежевое платье я и так похудею к лету. Вот это вот бежевое в обтяжку. Я и так похудею к лету. Я и так пообчешусь. Поэтому нужно просто на 2 дня закрыть рот и хотя бы не жрать конфеты килограммами. Торты, конфеты и хотя бы чуть-чуть двигаться. Завтра я буду весь день в дороге, туда-сюда, видео не выйдет. Скучайте по мне. Ну, хули, так вам и надо, блядь. Так вам и надо. Вы лайки не ставите, гниды. Ну, и у вас поэтому все хуёво в жизни. Так, ну, это сейчас не про вас. Я сейчас про себя.
Как же бы мне сделать лучше? Видите, какие штанги? А ну. Подожди. Свет включила на кухне. Вот эти вот леггинсы плюс туника выходят как костюм. Но шета плотность у штанов гораздо лучше. Это вот I am brilliant, просто охуительная кофта. Берите все, девки, а. Берите. Да, блядь, хотите, берите, хотите, нет. Если вы лошьё, то вы не возьмете. Если вы нормальные люди, которые ценят свои деньги, то вы возьмете, блядь, и будете выглядеть как люди. А не как хер на блюде. Так, все. Все, 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 все. Конец видео. Шампанского больше нет. Без бокала нет вокала. Присылайте мне деньги. Я вам реквизиты оставлю под видео. Ставьте мне лайки. Ну, если вы не лошьё, то вы закажете что-нибудь на Васильке. Ну, как что-нибудь? Вы зайдете на сайт, вы просто охуеете. Там столько добра, и постельное, и мужские комплекты. Очень много, так же, как на женщин. И детское, и для дома. Одеяло, подушки. Ну, короче, блядь. Интернет-шоппинг. Прикиньте, да? И качество лучше, чем в Турции. Это вам как турчанка говорю. Я 1.5 года прожила в Турции. И качество лучше, чем наши производители российские, я не видывала. Давайте свои стереотипы из прошлого, когда в России ничего не было, и уходило все, весь товар шел из-за границы, убираем эти стереотипы, убираем. В России есть все, и потрясающие люди, которые по достоинству оценят ссылку, которую я вам дала под видео на сайт «Любимый Василек». Пока!